Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, расчеты беспилотных летательных аппаратов различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты. В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.